ежегодная выставка нашего клуба, но она приурочена к юбилею клуба. Сегодня нам исполнилось 5 лет. Приехали очень много гостей с разных регионов. Это Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь. Представлено более 20 пород кошек. Выставка является международной, так как у нас заявлено больше 70 животных, а по факту их 80 голов. Это взрослые и молодые животные. Ой, ну вы знаете, хайленды шотландские – это вообще особый вид животных. Это кошки-люди. Они очень нежные, обаятельные, спокойные, настолько они пушистые, нежные и снаружи, и внутри, что вот, наверное, каждый заводчик, как детей, любит собственное животное. Ну, это самые добрые из всех кошачьих. Без человека жить не могут. То есть это кот, который ходит за человеком хвостом. Вот. Ему необходимо постоянное общение, он зверь нательный. Очень добрые, нежные, любят постоянно быть рядом со своим хозяином, преданные, любят тепло, потому что голые. Добрый, верный, преданный, везде ходит за тобой, как я не знаю, это характер собаки этих кошек. Не царапается. Вообще он очень добрый, милый, домашний. Ну вот ему что-то сегодня очень он нервничает. Сегодня бубенчик угомонить.